Может, нужно было сразу в полицию звонить, а? Ты же видишь, как он плох. Сейчас в больницу отвезем, а потом полицию вызовем. Хорошо. Что? Я, по-моему, телефон забыл. А я сумку там оставила. Ладно, я быстро. Только аккуратно. Да, не волнуйся. Да, слушаю. Нет, нет, это я тебя слушаю. Где Старик? Надеюсь, с Вячеславом Федоровичем все будет в порядке, а я еду в полицию. Лучше тебе этого не делать. Давай так, давай по-хорошему. Я забуду, что ты покушался на меня, а ты мне сейчас скажешь, куда ты везешь моего дядюшку. По-хорошему не получится, вы же собирались его убить. И я обязательно сообщу об этом, кому следует. Нет, 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 это я сообщу в полиции, что... Ты хотела ограбить и убить старика, а я помешал, и ты тогда хотел убить меня. Как тебе вот такая версия? Это полный бред. Да нет, это не бред. Это очень достоверная версия. И знаешь, у меня тут куча улик. Флакончик с лекарством. И шприц, и там везде для отпечатки. А еще мой адвокат в суде напомнит про твою криминальную историю 7-летней давности. А это называется, ты знаешь, как рецидив. И ты сядешь. Сядешь надолго. Так что говори, где мой дядюшка. Послушай, я теряю терпение. Говори мне, куда ты везешь старика, или тебе и твоим детям конец. И это не фигура речи. Это предупреждение. Марин, привет. Да, я тоже. У меня сейчас очень большие проблемы. Я везу очень важного для меня человека. Ему нужна медицинская помощь. Да. И его еще нужно спрятать от чужих глаз. Хорошо. Да, при встрече все объясню. Да, хорошо, едем. Мам, дай мне сюда телефон. От него нужно избавиться. Да, ты прав. Слушай, Кириллов, твой полицейский подполковник может узнать номера машины за 10 минут по имени? Анна Колесниченко. Я не знаю ее отчество. Выглядит на 35. Плюс-минус. Пусть отследит ее телефон. Я сейчас вышлю номер. И проверь все городские больницы. Она увезла старика при смерти. Далеко она его не увезет. Подожди.
меня планшет пропал. Ты понимаешь, что это значит? Ты очень вовремя его привезла. Еще немного, и он бы не выкарабкался. Он должен выжить, иначе я сяду в тюрьму. Ну, мы сделаем все возможное, чтобы выжил. А если не выживет, сядем вместе, как соучастницы. Прости, Мариш, совсем не подумала, что я тебя подставляю. Вот и не думай. Тут дело в другом. Я не смогу долго скрывать такого пациента. А сколько сможешь? Дней 10. Максимум 2 недели. У нас персонал, конечно, приучен не задавать лишних вопросов. Сама знаешь, какие люди к нам приезжают. Но в конце концов, кто-то может проговориться. Да, я понимаю. Хорошо, я сейчас понимаю. Другого шанса у меня все равно нет. Он должен очнуться, понимаешь, чтобы рассказать правду. Должен? Начнется. Ты что собираешься делать? Этот Поярков очень опасен. Вера, ты наверх? Не знаю, заберу детей и уедем куда-нибудь. И будем ждать от тебя вестей. Да, я поняла. Ты уже решила, куда поедешь? Не знаю я еще, куда поедем. Главное, подальше отсюда. Деньги у тебя есть на такое путешествие? Да, сегодня зарплату с карточки сняла. Да и дома кое-что имеется. Нам же все равно заезжать. На, держи. Возьмите мою машину, твою Поярку сразу вычислят. Надеюсь, она не заглохнет. Да, замок задней правой двери иногда не срабатывает. Предупреди Лизу с Ваней. Марин, ну как же мне повезло, что мы с тобой сидели за одной партой на вступительных экзаменах. Это мне повезло. Если бы не ты, я бы тогда не выжила. После гибели Сережи с Олечкой. Мам, здрасте. Там у Лиски пора заканчивается, так что... Да-да, сейчас. Марин, ты мою машину спрячь, пожалуйста, подальше. Обязательно. Береги себя. Лиза, машина, быстро! Ты нормальный вообще? Да, я нормальный. Мам, что происходит? Мы уезжаем. Когда мы уезжаем? У меня через 2 часа консультация, завтра зачет порисунку. Так, у меня вообще планы на вечер. Слушай, не кипишись, хорошо? У меня тоже учеба. У меня тоже практика, без которой меня не переведут на гребаный 3-й курс. Конечно, хорошо? На 3-й курс колледжа, да? А я в университете. Да, и что? Не спорить. У мамы проблемы, поэтому мы сейчас заедем домой, возьмем вещи и документы, на некоторое время уедем из города. В дороге я тебе все объясню. Дубина. Что? Стойте! Это машина Пояркова. Вот, блин. Значит, попасть в квартиру у нас не получится. Да, придется ехать налегке. Офигеть! Ничего, не боюсь, сестренка. Прорвемся. Теперь я рассчитываю только на врачебный талант Марины и на большое желание Войцеховского жить. Других козырей у нас пока против Пояркова нет. Почему? Но... Алло, Маша, привет. Что ты делаешь? Ваня, что делаешь? Ваня! Мама! Мама, он телефон выбросил! Лиза, так нужно.
Ладно, ты хотя бы можешь объяснить, куда мы едем? Не знаю. Во всяком случае, подальше от Бояркова и его людей. Знакомьтесь, мой племянник Артур Бояркова, крупный бизнесмен и начинающий меценат. Очень приятно. Много вас наслышан. Я хочу признаться, не очень верил в вашу рефлексотерапию, но результат убедительнее моего мнения. Я очень рада это слышать. Немного ревную дядю к вам. Ну, вот это не стоит. Вячеслав Федорович всегда говорит о вас, как о близком родном человеке. Ну, а я что? Я, в свою очередь, постараюсь сделать все возможное, чтобы поставить вашего дядю на ноги. В свое время он спас меня. Да, я знаю вашу историю. Мне пора, не буду вас отвлекать. Надеюсь, у нас будет возможность пообщаться поближе. Дядя Слава, так мы назначаем встречу с представителем музея на следующей неделе. Ну, конечно. Но только перед этим нам нужно будет кое-что с тобой обсудить. Безусловно. Оставляю вас в надежных руках. Всего хорошо. До свидания. Наш художественный музей хочет сделать выставку картин из моей коллекции. И вот Артур взял на себя все хлопоты. Я очень рада. Я уверена, выставка пройдет с большим успехом. Я тоже на это надеюсь. Мой племянник – деловой, обстоятельный человек. И к тому же он очень порядочен. Аня, мне кажется, вы определенно ему понравились. Вы хотите меня сосватать? Ну, почему бы нет? Из вас могла бы получиться прекрасная пара. Может, нет. У меня уже был опыт замужества. Не хочу его повторять. Вот это зря, Анечка. Не стоит из-за подлости одного человека считать, что все остальные мужчины негодяи. Давайте приступим к массажу. Простите, пожалуйста, я вас не задела? К счастью, нет. Естественно, к моему, потому как я понимаю, у вас совершенно другие цели. В смысле? А вы что, не заметили, что уже второй раз избегаю столкновения с вашим автоископаемым? Простите меня, пожалуйста. Может, стоит сначала научиться водить, а потом уже садиться за руль? Почему вы так разговариваете с моей мамой? Потому что ваша мама чуть не переехала меня. Ну, не переехала же. Я смотрю, у вас с воспитанием тоже не сложилось. А вы что, типа, выдающийся педагог или как? Я не вижу смысла продолжать этот разговор. Вот козел. Ваня, Ваня. Во-первых, он прав. Что? Ну, я имею в виду только эту ситуацию. Идите в кафе, я сейчас машину припаркую, приду. Мам, а как думаешь, нам долго придется прятаться?
пока Вячеслав Федорович не придет в себя. А если он вообще не очухается? Лиза, я же сказала, другого способа противостоять Бояркову у меня нет. Мам, послушай, у Но меня… Но Марина и врачи обязательно приложат все усилия. Мам, поворот! Мам! Вань! Вань, Вань. Что? Ничего. Так, спокойно. Поднимайся тихонечко. Живы? Я сейчас скорую и полицию вызову. Не нужно, мы сами. Вы не знаете, где здесь ближайшая больница? В Дубровине. Это километров 7 отсюда. Но давайте, может, скорую? Не нужно, я сама врач. Мы там быстрее будем, чем они привезут. Давай, тихонечко, тихонечко. Давайте подвезу. Пойдем. Насчет машины не волнуйтесь. Лиза, сумки возьми. И ключи в машине. Я вам оставлю свой номер. И как с пацаном разберетесь, позвоните. Приеду, заберу вашу лошадку. Меня, кстати, Женей зовут. Женщина, я же вам человеческим языком говорю. Рентгенолог будет утром. Хирурга нет. Ночь. Ночь. А по-вашему, ночью травмы с людьми не случаются? Так, где у вас телефон? Телефон у вас есть? Я буду звонить на горячую линию в Минздрав. Что случилось? Опять вы. Максим Александрович, эта женщина ворвалась сюда и скандалит. Мы попали в аварию. У моего сына травма. Здесь нет ни хирурга, ни рентгенолога. Ну, а что делать? Это специфика районной больницы. Успокойтесь, я осмотрю вашего парня. Вы? Да. Я хирург. Позвольте? Пожалуйста. Спасибо. Что болит? Что, не видно, что плечо? Я не рентген. Позвольте, посмотрю. Я думаю, что перелома нет. Сильный ушиб и, возможно, растяжение. Думаю, возможно. Отличный способ диагностики. Вы успокойтесь. Значит так, сделайте парню укол, обезболивающее, преседативное. И устройте в какую-то свободную палату. Хорошо. Поблагодарите судьбу, что легко отделались. И не садитесь больше за руль, это явно не ваш. Всего хорошего. Мам, а где мой рюкзак? Не знаю. Блин, я его, по-моему, в машине Жени забыла. Лизка, блин, ну ты растяпа. Мам, у тебя же есть телефон Жени. Позвони ему, пожалуйста, прямо сейчас, слышишь? Сейчас ночь на дворе, я завтра позвоню. Ничего с твоим рюкзаком не случится. Хорошо, только завтра сразу мне в больницу его принеси, хорошо? Хорошо. Все, ну… Лизка, ну… Ну, прости, все, 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 все. А, вот же стерва. Столько времени потратили на поиски этого телефона, и все впустую. Ну, она, конечно, соображает. Но рано или поздно проколется. Надо прошерстить ее знакомых. Артур Геннадьевич, простите, что я лезу не в свое дело, но зачем она вообще сдалась? Давайте сосредоточимся на поисках вашего дяди. Ты забыл, что у нее планшет? Делай, что я говорю. Федорович, ну, а с провайдером вроде у вас все хорошо. Я думаю, что Wi-Fi может барахлеть. Вы мне скажите, где роутер, и я проверю. Роутер, он в кабинете на этажерке возле телевизора. Спасибо. Анечка, у вас замечательный сын. Правда? Спасибо. Да. Ну, ничего страшного. Вы, главное, выздоравливайте. Ну, ничего, я что-нибудь придумаю. Медсестра заболела. Анечка,
А ведь вы можете сделать укол. Конечно. В какое время? Где лекарства? Медсестра обычно приезжала около 6. Но ведь можно и раньше, правда? А ведь как хорошо, Анечка, что жизнь свела меня с вами. Это я должна благодарить вас. Если бы не вы, не делала бы я вам сейчас укол, а сидела бы в тюрьме. Все ведь адвокаты говорили, что это безнадежное дело, а вы взялись меня защищать. Да уж. Тяжелое было дело. Кстати, как обстоят дела с выставкой? Я видела уже некоторые картины упакованы. Я, между прочим, шью специальное платье для этого вернисажа. Вы знаете, я уже иногда жалею, что затеял все это. Почему? Что-то не так? Несколько дней назад я сказал Артуру, что после выставки хочу оставить все свои картины нашему художественному музею. Его реакция просто потрясла меня. Передо мной был другой, незнакомый мне человек. Он был в бешенстве. И мне даже показалось, что он хочет задушить меня. Ну, не преувеличивайте. Я ничего странного не заметила в его поведении. Очень искренние отношения. Нет, я не преувеличиваю, увы. И вы простите меня, что я поощрял ухаживание своего племянника. Он недостоин вас. Доброе утро. Если оно, конечно, доброе. Утро доброе. И все у нас будет хорошо. Доброе утро. Здравствуйте. Спит? Да. Но я его тогда позже на рентген отведу. Хорошо. Простите, пожалуйста, как вас зовут? Катя. Катя, вы не знаете, здесь можно где-нибудь снять комнату? У нас? В Дубровине? Дело в том, что мы не отсюда, мы проездом. Вот ехали отдохнуть, и произошла авария, сын попал в вашу больницу. Я знаю только один вариант. Правда, хозяйка, Ирина Михайловна, довольно своеобразная женщина. Не факт, что впустит, но попробовать надо. Дом у нее хороший. Только чур на меня не ссылаться. Хорошо. Я вам сейчас адрес напишу. Да-да, спасибо. Так, дом 13, значит, следующий 15-й наш. Чё так жарко? Здравствуйте! Здрасте. Нам сказали, что у вас можно снять комнату. Рекомендовали вас? Кто рекомендовал? Да, одна женщина. На остановке мы с ней встретились, она сказала, что… Зинка, наверное. Ладно, только я сдаю сразу полдома. Деньги за месяц вперед, 200 уе. Сколько? 200 уе или по курсу. Цену не сбавлю. Все равно вы здесь ничего не найдете. Хорошо, мы согласны. А машину у вас можно будет во дворе поставить? Ладно. А где машина-то? Она за городом сломалась. Но мы ее сегодня привезем. Ну, идемте, я вам ваши комнаты покажу. Скажите, а у вас телефон есть? Ну, а как же? И мобильный, и домашний. Можно воспользоваться одним из них? Домашним. На кухне стоит. Хорошо. Тут неподалеку деревня Горшкова. Я сам оттуда. Хорошее место. Лес, река, воздух, все дела. Работаю водителем на Дубровинском хлебзаводе. Жена Валя. Беременная. Вот-вот сына родит. Это прекрасно. Ну что, Евгений, скажете, серьезная поломка? Кажется, рулевая тяга полетела. Боюсь, не просто будет вашу старушку опять на колеса поставить. Тем более у нас. Но я поспрашиваю. А пока будем пробовать отбуксировать ее к вам.
Так. Поехали. Осторожно. Давайте. Ну все, я поехал. Да, Жень, спасибо большое. Вы обращайтесь, если что. О, ну вот, будет теперь это ваше одоробло посреди двора торчать. Ну, мам, я там прибралась, можем заселяться уже. Хорошо. Ну, вытаскивайте вещи, я помогу вам. А у нас нет вещей. Украли. Мы же машину оставили прямо на дороге, когда Ваню в больницу повезли. Слушай, прям все-все украли, да? Да, все, и вещи, и документы, и даже телефон. Ну надо же. Варья нынче как червей после дождя. Жесть. Как же мы без вещей теперь? Да, ладно, вещи. Вот документы надо будет восстанавливать. Да-да. Может, в магазин сходим? Ирина Михайловна, а у вас далеко магазин? Продуктовый за углом. О, я сбегаю потом, да? Да, да. А есть ли у вас какой-нибудь тент или ненужный кусок брезента машину закрыть? Ишь ты, ненужный. Ненужный в хозяйстве не держу. Ладно, поищу. Спасибо. Давай так. Ты в магазин, я в больницу к Ване. Думаешь, поверила? Не знаю. Будем надеяться, что да. Ладно. Ну что, давайте, малыши, карандаши. Доктор, остановитесь, сейчас будем строить. Давайте, полетели. Ну? Ну-ну. Все, сейчас вас доктор... Ой, посмотрит. Ага. Давай, Костя. Давай. Опа. Так. Костя! Костя! Что такое? Костя, стой! Костя, стой! Ты куда, Паш? Ты что такое? Костя? Не хочу к доктору. Ну что значит не Костя? Не хочу к доктору. Костя, надо. Ну ты же заболел, Костя. Ну сейчас тебя доктор посмотрит. Все будет хорошо. Костя, ну, Костя. Идите, идите, я его приведу. Давай. Стой. Давай. Как тебя зовут? Костя. Девушка, заходите, изготовим все, что нужно, и даже то, что не нужно. Угу. И качественный баннер, да? Тоже изготовите. Ну, а как же? Ага. Как этот? Да. Нет, увольте. Подождите, подождите. А что именно тебе не нравится? Да, ну, все не нравится. Во-первых, это банально. Почему съехал логотип? Это центральная деталь. Он должен взять на себя внимание. Цвет. Его очень много. Это что за бесплатный мастер-класс? Держи. Это ж откуда вы взялись такая талантливая, а? Из полиграфического института. Я, между прочим, первый курс закончила. Круто. Да, круто. Мою работу по плакату признали лучше. Да? Да. Слушай, а не хочешь подработать, а? Тут? Ну да, исправить там всякие банальности, там, влево-вправо. Не хочу. Ну, ладно. Что, влюбился, что ли? Давай работать. Да, да. О, вот еще один. Ну и зачем сразу к нам? Ну так мы перепугались. У всех температура до 39 поднялась. Ну, ротик открой. Зря пугались. По симптоматике типичная ОРВИ. Все, молодец. Простите, а вас не смущает, что все дети заболели из разных групп? Меня не смущает. Еще вопрос есть? Есть.
Вы в диагнозе уверены? На острое респираторное не очень похоже. А как по мне, так типичное ОРВИ. Кстати, вы кто, врач? Я… Ну да, конечно, у нас же нынче все врачи. Насмотрится сериалов, читаются газет, бабушкино здоровье. И давай лечить. Я не пытаюсь лечить. Меня просто симптомы смутили. И было бы разумно на всякий случай отправить этих детей в инфекционное отделение для выяснения диагноза. А у нас нет инфекционного отделения. Ну, вы могли бы хотя бы отделить этих детей от других? А вдруг это корь? Какая корь? У нас в нашем детском саду у всех есть справки о прививках. Вот так. Ну, знаете, иногда родители покупают справки. Поэтому мне кажется, что… Кажется, что? Если вы такой же хороший диагноз, как и водитель, то ваш совет дорогого стоит. И, кстати, я был прав. У вашего сына ничего серьезного у вас в плечу нет. И в его снимок. Ку-ку. Привет. Привет. Мама где? Да понятия не имею. Я думала, она у тебя уже. Ой, вот это мы влипли. На, держи. Спасибо. Что у тебя там такого ценного? Не у меня, мам. У нас. Есть вероятность, что в этом рюкзаке наше спасение. Ты о чем? О планшете Пояркова. Да я не знаю, что она здесь делает. Анна обычно приходит по вторникам и пятницам. Сегодня понедельник. Что? Значит, передай своему подполковнику, что деньги он получит после того, как заключение естественной смерти будет у меня на руках. Да пусть они делают хоть 10 вскрытий. И сестра придет, как обычно, в 6, сделает укол. Мы подъедем к 8. Найдем мертвого дядюшку, я вызову скорую. К этому времени препарат в организме практически невозможно будет уже определить. Да, положи на меня. Я прибросил туда ключи счетов со всех своих фирм и все данные по бухгалтерии. Пусть теперь менты попробуют до них добраться. Бывай. Произошло. Артур, вызывайте скорую. Он жив? Да. Мама! Он подменил лекарство для укола, мам. Что? В смысле? Ага. Я все слышал. Он хочет убить Вячеслава Федоровича. Нужно срочно звонить в полицию. Что там слышал, пацан? Дайте телефон! Проспись. Тихо. Нам! Иди сюда! Да отпусти! Отпустите меня, зарёк! Ничего, жить будет. Вань! А? Откуда у тебя планшет Пояркова? Ну, помнишь, когда я вернулся за телефоном в доме Войцеховского, помнишь? Так, и? Ну вот, прихватил и планшет. А здесь компромат на Пояркова. Красавец! А чего ты раньше про планшет не сказал? Да, я не знаю, хотел разобраться сначала. Разобрался? Он заблокирован. Ну, мы можем найти кого-нибудь, кто хакнет его. Да, мы можем найти кого-нибудь. Блин. Интересно. Да. Теперь из него информацию никак не достать. Что, вообще? Не то чтобы вообще, но пока мы экран не поменяем никак. Черт. Так значит, нужно заменить экран. Мам, это дорого. Дорого не то слово. Значит, нужно заработать деньги и поменять экран. Как? Где?
Не знаю, может быть, в этой больнице нужны врачи. А твои документы? Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Аккуратно. Садись на стул, лицом к спинке. Сейчас я тебе постараюсь купировать боль. Ровненько. Hello, Mr. Williams. Приветствую, мистер Уильямс. Don't worry, everything is developing accordingly. Не волнуйтесь, все идет по плану. The collection is almost yours. Коллекция почти ваша. But I need guarantees. Но мне нужны гарантии. Поэтому я предлагаю сразу после выставки подписать договор о намерениях. With advance payment. С выплатой аванса. Yeah. What? Что? Oh, no. Нет, увы, мой дядя совсем плохо. I hope for the best. Я, конечно, надеюсь на лучшее, но, боюсь, открытия выставки он уже не увидит. Thanks for your empathy. Спасибо за сочувствие, мистер Уильямс. All the good. Всего доброго. Мам. Да. А я ведь недавно копировал тебе все документы в облако. Можно просто найти интернет и достать их. Ты мой хороший. Нет. Поярков. Он тебя по ним найдет. Да, ты права. Только Поярков не знает моей девичьей фамилии. А у меня диплом медучилища на девичью фамилию. Так что я совершенно спокойно могу устроиться медсестрой. Вот. Ты пойдешь работать медсестрой? Ну, ничего другого не остается. Кстати, мам, а я знаю, где распечатать твой диплом. Я одно место нашла, мне там сегодня предлагали работать. Я отказалась, но могу пойти и сказать, что я передумала. Лиза, как же твои документы? Ой, до моих документов там вообще никому дела нет. Ну, тогда я тоже куда-нибудь пойду. Пойду выяснять насчет планшета, сколько стоит замена экрана. Да, ты пойдешь. Сиди, лечись. Мам, мне сегодня доктор сказал, что у меня с плечом все более-менее нормально. Смотри. Да, да. Только нужен бандаж. Давай свалим отсюда. Да, все у тебя в порядке. Так, держи одежду, я тебе купила, переодеться. Ты. Спасибо. И пойду узнаю, нужны ли им медсестры. Давай я тебе помогу. Катя. Ну что, сняли жилье? Да, спасибо вам большое за все. А вы не знаете, в вашей больнице требуются медсестры? Мне работать нужно. Так вы же вроде бы в отпуске, отдыхать ехали. Ну, видите, как складываются обстоятельства. Ну да. Медсестры нам всегда нужны. Знаете что? А вы поговорите, наверное, с нашим заводделением, доктором Таранцом Андреем Михайловичем. Он в этом центральном корпусе, на первом этаже направо. Спасибо большое. Пожалуйста. Опять что-то не так? Нет. Я по поводу работы. Я слышала, вам нужна медсестра. Да, мне нужна медсестра с опытом работы. Я 20 лет проработала в различных медучреждениях. Вас это устроит? Вполне. Как вас зовут? Анна Величко. Ну, хорошо. Занесите тогда документы в отдел кадров. Я им сейчас позвоню. Дело в том, что мы с детьми попали в аварию, и все наши документы и вещи украдены. Ну, тогда я не смогу вас взять. Но я в ближайшее время все документы постараюсь восстановить. Но, а пока принесу копию диплома медучилища. Хорошо. В порядке исключения. Но с документами не затягивайте, хорошо? Сами понимаете, вдруг проверка. А сейчас найдите старшую медсестру Полину Ломейко. Она вам покажет отделение. Спасибо. Угу.
Вам очень идет этот кабинет, Артур Геннадьевич. Надеюсь, скоро весь дом будет моим. Ах, как же голова болит. Только мне сотрясение. Ладно, что там твой подполковник? Разослал ориентировки на ее машину? Ориентировки разослал. И что? К сожалению, пока ничего, Артур Геннадьевич. Матвей, ты, кажется, чего-то не понял. Анна – это наша единственная ниточка к моему дяде. Пусть у нее планшет. Если он попадет к ментам, то пропаду не только я, но и вы все вместе. А если планшет у Анны, почему она до сих пор его в ментовку не отнесла? Этого я не знаю, но очень хочу узнать. Может, затеяла какую-то свою игру. Но для этого ей надо засунуть нос в мои документы. Тут, знаете, засовывай нос, не засовывай, он же запаролен. Матвей, не глупи. Запаролен. Для нынешних специалистов это вообще не проблема. В этом так называемом шахматном уголке наш заподеление любит проводить летучки. На воле, как он говорит. Кабинеты процедурные я тебе показала, все остальное в рабочем порядке. Вопросы есть? Пока нет. То, что касается должностных обязанностей, ничего особенного. Все, как и у вас в столице. Пойдем с коллегами познакомим. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? У меня треснуло стекло в планшете. Его можно как-то заменить? Сейчас посмотрим. Алло? Да, мастерская. Вот да. Это ты влетел. $600-700 стоит новое стекло. Сколько? 600-700. Да, сейчас проверю. Закажем у дистрибьютора, это не скоро. И еще плюс 20% за работу. Я могу его взять за полцены на запчасти. Ты купишь себе что-нибудь дешевле, попроще? Наверное, нет. Спасибо. Не надо. До свидания. Смотри. До свидания. Красотка, притормози. У нас здесь идея, как круто провести время. Да, и у меня. Мне как раз спарринг партнеров не хватает. Чего? Того! Эй! Во-во-во-во! Ты что творишь? Идем, Сява, она пришиблена. А ты чего уставился? Я... Тоже хочешь поразвлечься? Да нет, ты... Ты извини, что я не вклинился, просто ты так быстро сама с ними разобралась, и я даже не успел. Классно у тебя получилось. Конечно, классно. Не зря я на курсы самообороны год ходил. Точно, не зря. С твоим ранением только девушек защищать? Да, извини. Кстати, я... Извини, Ваня. Юля. Очень приятно. Мороженого хочешь? Давай. Только я люблю фруктовку. Без проблем. Пойдем. Пойдем. Анна, вы все-таки крайне опрометчиво поступили. Хорошо, что с сыном все обошлось. Нужно было скорую вызывать. То есть вы считаете, что нужно было прождать ее всю ночь посреди дороги? Я несколько лет проработала на скорой и научилась определять характер и сложность травм. Скажите, Анна, вы замужем? Нет. Боже, куда катится мир? Такая девушка и не замужем. Ну, мужики хорошие нынче редкость. Да и тех давно разобрали. Не всех. Может, вам все-таки сделать чай, Аня? Нет, спасибо, но я… Кофе у нас нет, к сожалению. Наша Катенька сломала кофеварку. Да не прикасалась я к вашей кофеварке. И вообще, пейте чай, здоровее будете. Катя! Поработать не хочешь? Вы извините, мне тоже пора. До завтра. А ничего, у нас медсестричка организовалась, а? Угу. И далеко не простая. Думаю, не по зубам тебе, Павлуша. О, Павлуша. Два дня. Два дня.